начала войны в Украине убито около 300 российских офицеров, в том числе заместитель командира Черноморского флота и два генерал-майора. Уничтожено около 500 военнослужащих наиболее боеспособных подразделений, десантников, морских пехотинцев и парашютистов. Об этом сообщило интернет-издание «Медиазона». По информации издания, больше всего потеряли псковские и костромские десантники, которые уже участвовали в войне в 2014 году. Также убиты военнослужащие, в задачи которых не входит ведение боевых действий за границей. Так убито 70 военнослужащих Нацгвардии. Журналисты узнали, что сбито 7 вертолетов и как минимум 20 пилотов уничтожено.